Так. Эта девочка хорошо играет, вот этот маленький. Гриш, вот там фильм показывает. Добрый вечер. Ты не смотришь? А чё молчишь и даже не поикаешь? О, мяу, это кто, кошечки так, да? А свистят так кто, воробьи? Это Гриша все. Все у вас. Он молодец. Что такое? Что такое? Да ничего такое, все хорошо. Это на Фаньку пришел. Ура, ура, ура. Ура, ура, мы победили, да, Гриш? И мяу, это хорошо. И свист прекрасно. Что такое? Что такое? Да, Гриш, ты молодец, это кошечки так мяу делают. Аня, Аня, как кошечки? Оп, а кошечки мяу. О, Гриш, молодец, и собачки как знаешь, и кошечки знаешь. Ты, значит, в хорошей форме. Папа, уходи. А куда уходить, Гриш? Мяу. На улицу? Или на середину комнаты выходить, Гриш? Как так? Ура, ура! Ура, ура! На ура пойдёшь. Выпусти тебя, Гриш. А давай завтра лучше. День наступит, и мы тебя выпустим. Полетаешь. И пойдем к курам, да, Гриш? Пойдем, да, они ждут. Кушать. Пошли, пошли. Уходи. Я сейчас выйду, Гриш, и тебя приглашу с собой. Ты такое? Что такое? Да все нормально, Гриш, не волнуйся, все хорошо. Да, Гриш, я тебя слушаю. Я здесь, на месте. Мяу! Мяу, это кошечки. Ты меня так зовешь, да, мяу? Или кошечек? Гав-гав, это собачки, Гриш. Гриша, а как Гриша? Ух ты! Волнуй! Да, Гриш, я тебя слушаю. Все хорошо, Гриш. День хорошо. Куром пойдем? Куром? Да мяу. Давай уже завтра пойдем, Гриш. Мяу. А виноград-то есть у тебя, Гриш? Давай угощай виноградом, Гриш. Ой, Гриш, это иностранное слово. Нет, это не собачки, это кошечки, Гриш, мяу. Курьер. Курьер будет завтра, Гриш. Как будем мы его ждать завтра? Ух, с нетерпением. Хорошо. Ух ты, да. Будем завтра ждать. Мяу. Да. Не хочу щуку. Жука. Ой, Гриш, это тоже иностранное слово. Ой, какой же ты без... Гриш, ты как иностранец. Ты искупался, он тебя спрашивает. Я искупался, мяу. Да, Гриш. А как ты? Мяу. Ну, выходи тогда, Гриш. Ух ты, а крикуй. Хорошо? Хорошо, Гриш, конечно, хорошо. Потанцуем, Гриш, потанцуем. Ку-ку-ку-ку. Давай в лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка. Давай. Ку-ку-ку.
Конечно, хорошо, Гриш. Отлично. Это просто прекрасно, Гриш. Это даже не хорошо, это прекрасно. Лучше не бывает. Супер. Гриш, ты прям супер, как молодец. Просто молодец. Это кошечки. А вот это собачки гав-гав, правильно говорит. Он хитрит, он все знает. Это он так притворяется. Он все знает. Ой, какой. Да? Давай, лайки. Лайки, лайки, да. Попроси, пожалуйста, скажи подписчики, ставьте лайки и скажи плюсики, плюсики ставьте, плюсики. Я вас буду ждать. Да. Маша говорит, дай лапку, Гриш. Гриш, ты дашь ей лапку? Гриш, дашь Машке лапку? Ой, дай. Ну что такое, Машунька? Гриша тебе даст, конечно, лапку. Он добрый. Поздоровается, да, Гриш? Гриша хороший. Да. Интеллигентный, обаятельный, привлекательный. Добрый день. Умница. Конечно, добрый день. О! Тра-та-та, мы везем с собой кота. Да, Гриш, это наша любимая песня. Ой, как ты улыбаешься, классно. Выпустим, выпустим, но уже завтра, Гриш. Ребят, пока-пока. А куда ты пойдешь сейчас? Спать, наверное, да, Гриш? Спокойно, Гриш, не волнуйся. Тю! Это великолепно, Гриш. А концовка этой песни на тю, это прекрасно. Это импровизация. Выходи! А куда выходить, Гриш? Я сейчас спать пойду, как и ты. Уже пора спать, да, Гриш? Скажи. Кушать будешь? Конечно, хорошо, Гриш. Конечно, хорошо. Гриш, выпусти, да, завтра, давай завтра. Прикольно. Хорошо? Хорошо. Давай. Гриш, всегда хорошо, когда хорошо, правда? Ох, как ты улыбаешься, Гриш. Классно, завораживающе. Тю, это великолепно. Ух, как хором, хором. Гриш, а пиво-то принес? Ну, какой? Ты какой, да. Скажи, ты пиво мне принес, папа? Гриша спрашивает. Ой, какой? Да, Гриш? Я знаю, что ты хочешь. Я тебе сейчас другое дам. Сейчас Гриша такой у нас хороший, такой послушный. Он у нас получит орешек, да, перед сном, Гриш? Сейчас он у нас получит. Скажи, ребятки, спокойной ночи, пора спать. Сейчас Гриша получит орешек.
И Гриша, и Маша. Да? Гриша. И Гриша, и Маша. Так, вот это сейчас будет получать Гриша. Гришенька, на орешек. Ой, уронил? Ну, на еще, на. На орешек. Вот, молодец, Гриша. И сейчас мы Машеньке дадим тоже орешек. А то Маша обидится. Маш, на орешек. На, скорее. На, Машенька. На. Вот, ребятки, смотрите, как они кушают. Вы уже видели, как они орешки кушают. Они любят орешки. И Гриша кушает. Да, Гриш? Скажи, ребята, спокойной ночи. До завтра. Пока-пока.